Thank you.
Наконец-таки успех, а то в меня уже никто не верил, что я всех карандашей тут на всех карьерах перебил. Поймал нормальную рыбу. Щука. Вот она, рыба моей мечты. Здоровенный ясь. Вот такую щуку бахнул. Нормально, сколько здесь? Килограмм полтора будет? Я думаю, грамм 800. Да приври ты чуть-чуть, но... Ну, такая нормальная щучка. В принципе, то, что в прошлые разы я здесь бахал, конечно, были намного меньше. Это такая уже, в принципе, достойная уже рыба. На сковородку пойдет. Ну да. Так что это, в принципе, уже какой-то результат. А то мне все карандаши, да карандаши. Вот где карандаши. Подводный профессиональный уже охотник, блин. Приехали сюда уже как бы с другой стороны карьера. Где вот у меня друг здесь на лодке постоянно ловит. Вот где затопленный лес. Здесь вообще, конечно, шикарно. Здесь прозрачность хорошая. Такая, как мох такой, ну, обросший на дне. Потому что там как бы камни, скалы. Как бы там особо рыбы ничего не было. Где я там ловил. Ну, чуть-чуть камыша только есть и все. Дай я покажу днище. Здесь, конечно, наверное, будет видно, да? Телефон. Ты же новый телефон купил, дорогущий. За 800 евро, блядь. Посмотрим, как у тебя будет видео. И здесь, конечно, классно, потому что плывешь, там бывает некоторыми местами полтора метра глубина, как бы, и всякие коряги там затонувшие, и там именно щука стояла, поэтому, как бы, здесь классно. Только единственный нюанс, что там-то с главной дороги можно подъехать, а здесь уже по кругу, чтобы ехать, там настолько испорченная дорога, что, ну, не добраться, как бы, ну, джип нужен большой, прям хороший джип такой нужен, ну, как бы, машину калечить не хочется, поэтому, в принципе, прикольно, если есть лодка, там остановились, где в прошлый раз я с домиком, вот мое видео, там, которое первое есть, я загружал. И оттуда здесь быстренько 10 минут перегребли, в принципе, здесь. И вот рыбачить клево, конечно, место хорошее. Поэтому, в принципе, сюда бы я еще вернулся. Мы оставались же с палатками. С утра проснулись, ну, конечно же, проспали. Где-то 8 часов вылезли. Ну, в принципе, разницы никакого нету, солнца особого нету. Поэтому классно. В принципе, здесь есть смысл еще раз попробовать. Поэтому вот уже какой-то результат есть, что-то есть. Так что все, всем мир, пока.